Вау, ребята, как же здорово! В моем говорящем томе вышло обновление! Появилась новая мини-игра «Забей больше всех голов и стань чемпионом». Также можно тыкать пальцем в Тома в наряде спортивного фаната. А еще мы посмотрим, какой смешной эффект дают прыгучие бобы. А ну-ка, Том, давай вставай скорее, ведь у нас сегодня с тобой столько много дел, что мне и ребятам не терпится поскорее посмотреть на твою новую форму и поиграть в новую мини-игру. Ну хватит уже улыбаться, давай скорее с тобой примем утренний душ, а то посмотри, какой ты грязнуля. И почему-то, ребята, у нашего Тома была бессонница. Посмотрите, какой стоит он грустный и сонный. Нужно будет обязательно дать ему зелье бодрости. Иначе он уснет на ходу. О, кстати, ребята, а как же новые бобы? Давайте сходим в магазин и купим Тому новый продукт. Сейчас только его отыщем и обязательно купим. А вот и баночка с бобами. Первая баночка была бесплатной, а вот все остальные за бриллиантики. Ну, для нашего Тома мне ничего не жалко, поэтому накупим бобов целую тележку. Ну что, Том, ты готов отведать новый продукт? Думаю, что готов. Упс, какой неожиданный эффект. Я бы даже сказала, побочное действие. Ну ладно, съешь-ка лучше картошки фри. А еще выпей волшебного коктейля. Сейчас посмотрим, в кого же превратится наш Том. Необычное перевоплощение. А на закуску съешь огненного перца. Этот остренький перчик с огоньком обожает Том. Так, ну а сейчас нам срочно нужно что-то делать с его сонным состоянием. И в этом нам помогло зелье бодрости. Благодаря этому чудо-зелью наш Том бодр и активен. Ух ты, какой наряд спортивного фаната! Этот хитовый новый наряд просто бомбический. Потрясная форма, ребята, вы со мной согласны? Здорово! Теперь с Томом можно играть в футбол. Только Том, по-моему, от этой идеи не в восторге. Ну что ж, Том, придется теперь тебе менять дизайн в твоем домике. Нужно срочно сделать ремонт в спортивном стиле в твоей гостиной. Так, спортивное кресло-мешок мы уже установили, теперь осталось дело за спортивными воротами. Две самые необходимые вещи мы уже поставили, теперь остались только детали. А вот и коврик футбольное поле. Теперь вместо паркета сделаем зеленый газон. И обязательно переклеим обои. Где-то в коллекции у нас точно были спортивные голубые обои, нужно их отыскать. Кстати, а вот и они, покупаем за 80 золотых монеток. И вместо этого милого зеркальца повесим спортивную картину. Отлично, ремонт получился классный, даже Тому он понравился. Ну ладно, Том, не сердись. Кстати, ребята, у нашего Тома появились спортивные подарки. Давайте крутанем это колесо и выиграем для Тома какой-нибудь приз. Что ж, наш Том стал богаче на один бриллиантик. Давайте попробуем еще разочек крутануть это колесо. И на этот раз плюс 4 бриллианта на счет. А давайте еще немного поиграем в футбол. Кстати, я надеюсь, что у всех появилось это прикольное обновление. Если это так, пишите циферку 1. И еще я надеюсь, что вы своему Тому тоже купили такой прикольный костюм фаната. Я чуть не забыла, что у нас же появилась новая мини-игра, которая так и называется «Гол». Давайте скорее же посмотрим и попробуем в нее поиграть.
Я думаю, что эта мини-игра понравится всем любителям футбола. Так, кажется, я уже поняла, что тут и к чему. Наш Том в первом матче играет против Джинджера. И счет 1-0 в нашу пользу. Ура, только что был второй гол у Джинджера, даже третий. Победа за нами. Теперь наш Том будет играть против Хэнка. Ура, только что Хэнк пропустил мяч в свои ворота. Сейчас мы его сделаем. Юху, здорово! Победа! Ну а впереди третий матч. Против Тома играет Бен, который сразу же пропустил мяч в свои ворота. И счет 2-0 в нашу пользу. И победа снова за нами. А впереди матч против Анжелки. И тут дела, по-моему, обстоят намного сложнее. Хотя 1-0 в пользу Тома. Да, Анжелка оказалась сильным противником. И счет сравнялся 1-1. Но Тому только что удалось забить еще один гол. И счет стал 1-2. И снова 2-2. Надеюсь, Том сейчас отыграется. Yes, победа за нами. И у Тома впереди пятый матч и новый соперник. Это Джинджер. А ну-ка, Том, по-моему, ты расслабился. Да, точно, нашему Тому сейчас не везет. Ведь у Тома в сухую, можно сказать, выигрывает Джинджер. Ну, наконец-то, первый гол. И счет уже 2-2. И сейчас я думаю, что каждый ход решающий. Да, какая же напряженная игра. Ура! И снова победа за нами. Ну, а впереди шестой матч и противник Бен. Да, видимо, Бен оказался опытным игроком, что с первой же секунды ему удалось забить нам гол. Фух, ну Тому, по-моему, получилось отыграться. Даже уйти в отрыв. Yes, и снова Том выиграл. Седьмой матч, посмотрим, чем он закончится. А вы, ребята, обязательно поддержите Тома своими лайками. А также, кто болеет и переживает за Тома, пишите слово Том в комментариях. А на этом игра окончена с новым рекордом, и мы смогли заработать 20 золотых монеток. А сейчас давайте ознакомимся с ежедневным заданием. Нашему Тому нужно немножко полетать. И для этого мы вернемся домой для того, чтобы переодеться. Ведь у Тома в гардеробе есть точно костюм пилота, а еще, конечно же, есть костюм летчика и шапка. Быстренько переодеваемся и возвращаемся к выполнению задания. Итак, форму пилота мы уже отыскали и надели, теперь будем искать шапку. Так, это все не то. Это что, нам придется все перемерить шапки и головные уборы? Ну да ладно, другого выхода у нас все равно нет. А вот и нужная для нас шапка. И что самое классное, она идет с необходимыми очками для полета. Теперь, Том, только дело за тобой. Здорово, ребята, наш Том справился с заданием и получил золотой ключик и плюс 10 золотых монеток на счет. Ну, Том экстремал и не сдается, продолжает свой полет. Да, не успела я только это сказать, как игра Тома закончилась. О, а вот и второе задание. Нам нужно набрать 8 очков в мини-игре «Побег». Ведь для успешного прохождения этой мини-игры у нас есть подходящий наряд исследователя. Я думаю, он очень подходит для этой цели. И в придачу наденем еще шлем исследователя. Теперь наш Том просто обязан выиграть. Ну вот, второй золотой ключик у нас в кармане. Поэтому, я думаю, дальше играть Тому смысла нет. И третье задание желейки. Придется нам немного побороться с монстрами, которые отравляют жизнь желешек. Ну а пока Том борется с вредителями, я напомню, что вы, ребята, находитесь на канале «Страна Игрляндия». И если вам понравилось это видео, не забывайте про лайки. А еще подписывайтесь, кто еще не подписался на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям и новым подписчикам. Ура, ребята, только что Том заработал третий ключик.
быстренько выходим из этой игры и быстренько приступаем к выполнению четвертого задания. Сейчас Тому предстоит позапускать фейерверки и салюты. Юху! И осталась последняя ракета. Здорово! Вот он, заветный четвертый ключик. Выходим из игры и посмотрим, какой же главный приз в сундуке. А там, ребята, оказалось одно зелье бодрости. Думаю, что Тому оно пригодится. Фу, Том, ну никак ты не научишься красивым манерам. А давайте мы Тома переоденем и наденем ему новую одежду. Пока ему еще не надоел наряд спортивного фаната, пусть походит в нем. А заодно и развлечем его, поиграем с ним в футбол. Ну а теперь займемся ремонтом. Вместо милого холодильника поставим туда спортивный. Также обязательно заменим окошко. А вы, ребята, напишите, в каком стиле у вашего Тома сделан ремонт. А вот теперь займемся выбором обоев. И заменим скатерть на столе. Просто идеально подходит спортивный стол 30 ярдов. По-моему, нашему Тому не мешало бы похудеть. Давайте дадим ему жиросжигающее зелье. А еще давайте дадим ему новый продукт. Это я говорю про прыгучие бобы. Я думаю, что побочный эффект произойдет обязательно. О да, Том, это было впечатляюще. Ну что ж, Том больше бобов не хочет, поэтому перемещаемся в ванную комнату. Ведь нам и здесь нужно сделать ремонт. Вместо милого унитазика поставим спортивное кольцо. А еще сделаем баскетбольный кафель. И обязательно заменим напольный коврик. Этот оранжевый баскетбольный просто идеально вписывается в интерьер в ванной комнате. А также это тематическое спортивное табло просто суперски сюда подходит. Том просто в восторге от нового ремонта. Ну что, дружище, давай перед сном примем душ. Хотя нужно было снять одежду. Ну да ладно. Давайте лучше переместимся в спальню. И вместо милой кроватки поставим спортивную торпеду. Хотя нет, по-моему, у Тома спортивная гоночная кровать. Да, смотрится очень круто. Я думаю, от такой кровати точно бы никто не отказался. Также мы поклеили новые обои и заменим ночник. Ну да, ведь у Тома есть спортивный кубок-лампа. И вместо милой картинки повесим полку чемпионов. Ведь у Тома столько медалей и кубков, что можно ими и похвастаться. А еще мы нашему Тому заменим постель на спортивное постельное белье в клетку. Теперь наш Том счастливый с чистой постелью и новым ремонтом. Надеюсь, что ему приснятся приятные сны. Давайте пожелаем нашему виртуальному питомцу приятных сновидений. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч!